Команда «Монолит» была создана в 2006 году и включает в себя несколько возрастных составов. Со 2 по 7 июля ребята 10-11 лет ездили в Барселону на международный турнир. Еще недавно эти ребята играли в Испании, где участвовали в турнире «Барселона Кап», где и заняли первое место. Один из игроков «Монолита» стал лучшим нападающим турнира, а второй – лучшим вратарем. А сегодня они играют с командой «Высшая лига» из Дагомыса. «Барселона Кап» – серьезный турнир, проходил он 14 раз. Бразилия, Италия, Алжир – команды из этих стран были соперниками сочинцев на поле. По словам ребят и тренеров, матчи были тяжелы, победа далась нелегко. Но на этом славная поездка «Монолита» в Барселону не окончилась. Сергей Качканян стал лучшим бомбардиром турнира, забив 8 мячей, а Никита Егорский признан лучшим голкипером. У нас были упорные тренировки и для того, чтобы победить в Испании, и мы как бы победили этот кубок, и как бы были очень рады этому. Впереди ребят ожидают не менее интересные соревнования. Сегодня их приглашают на международный турнир в Евпаторию и зовут обратно в Барселону, где клуб «Испаньол» будет проводить чемпионат среди детских команд. Конечно, такие приглашения именно после международных турниров, когда люди уже видят, что из России хорошая команда, и ребята играют в техничный футбол. Все-таки Сочи, южный город, и тут очень техничные ребята. А в Испании это очень приветствуется. Сочинская команда «Монолит» в этом году отличилась не только в Европе. На чемпионате города они тоже заняли первое место. Вот и этот товарищеский матч закончился убедительной победой ребят из «Монолита», которые забили 8 безответных мячей. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.